Всем привет! Посылка с Китая. Уже надорвал. Вот такой вот девайс заказал. Аолион называется. Джойкон. Давайте посмотрим, что же это такое. Это у нас провод USB Type-C. И вот такая вот пластиковая штучка. Полностью пластиковая, все бортики пластиковые. Ну, в общем, это у нас штучка для того, чтобы заряжать джойкончики. Потому что недавно купил джойкончики для того, чтобы играть в игру Ring Fit. Вот. И постоянно вставлять, высовывать в саму приставку там свои джойконы. Короче, вот так вот вставляешь. Вот. И они сюда. Кстати, прикольно. Выглядит и удобно держать. Удобно играть, как второй джойстик, короче, использовать. Вот. Прикольно. Качество, в общем, неплохое. Так что, если у вас есть Nintendo Switch, и вы не хотите постоянно тыкать туда-сюда, ну, даже для Nintendo Switch просто хорошо, потому что не надо тыкать туда-сюда эти провода. Так. Проводочек у меня тут где-то был. Нету. Так. Проводочек USB Type-C. Сейчас мы попробуем вставить. Посмотрим, идет ли зарядка. Стоимость не помню. Ссылка, в общем, в описании. Можете сами посмотреть. Если у вас тоже такие вот проблемы с зарядкой джойконов. Так. Вставляем проводочек. И вот здесь индикатор, что они заряжаются. Они уже подразрядились немножечко. И таким образом можно подзаряжать джойконы. Ну, играть как джойстик тоже. Вот. Прикольно, я считаю. Удобно и качество такое неплохое. Стоимость сейчас не знаю, потому что курс доллара улетел в космос. На данный момент он на Форексе 160 рублей за 1 доллар. Дата сегодня 8 марта. Всех девчонок с праздником. А так-то у меня все. В общем, прибуду рабочая. Ссылочка на нее в описании. Можете пользоваться. По качеству хорошая. И пользоваться ей очень даже приятно. На этом все. Пока. Thank you.